Для друзей у нас есть сердце, а для врагов топор. Помни об этом. Это еще что? Гравировка. Украшение. Я за тобой слежу. Лучшее оружие ни к чему, если слабо. Пусть твой топор никогда не дает. Могу. Сейчас, Гарш. А утром в эту ночь его в таверне видели. Ужрался, как свинья. Приезжают тут всякие с большой мечи земли. На спине, а нам потом тигай. Их трупы из корчмы выносить. Красивые мечи, но по мне лучше добрый топор. Я хотел поговорить. Как там поход Хьялмара? Есть новости? Ха, что, завитки берут? Если так хочешь к нему присоединиться, может, еще не поздно. Пожалуй, я и правда съезжу на Ундвик. Ты поспрашивай в новом порту. Все из клана Тордорах, кто выжил, крутятся там. На великана они идти отказались, но поболтать всегда готовы. А скажи еще раз, куда отправилась Керис? На Спикерок. Вбила себе в голову, что должна помочь Удальрику. В чем? Хотел бы я знать. Он отважный мужик. Кое-кто говорит, что он слишком горячий, но... Если уж Керис захотела славы, отправлялась бы лучше вместе с Хьялмаром. А так, никто не знает, что она надумала. А что нового на Скеллиге? Последнее время у островов все больше кораблей с солнцем на парусах. Мы не взяли никого из их команды. Но только глупец не понял бы, что они к чему-то готовятся. Я ищу человека по имени Хаммонд. Что в этом смешного? Он заправляет всеми пиратами на Фарерах. У него сильный флот, а сам он заноза в заднице у всех кланов. А пуще всего у Хольгера, которому приходится с ним договариваться. Я все еще не понимаю, что здесь смешного. Ты от него, похоже, чего-то хочешь. А у Хаммонда на таких, как ты, не хватает терпения. Не успеешь ты сказать и пары слов, как он велит тебя бросить в яму с медведем. Тогда ты убьешь Хаммонда, и мои неприятности закончатся. Потому я и смеюсь. Посмотрим. Я отправляюсь на Фареры. За голову Хаммонда назначена награда. Как все закончишь, возвращайся, и я тебе заплачу. Значит, первый медведь за горло. А тот... Да?
Тащи за собой, Билл. Такими клиночками можно разве что... Для друзей у нас есть сердце, а для врагов топор. Помни об этом. И лучшее оружие ни к чему. Это брось. Если интересно, слабая рука такой его ли ты нет. Крепкий, как выглядишь? Про ледяного великана правду говорили. Ведьмак? Рори, не жри столько! Это еще почему? Вербил, лебесток, ромашка. Ромашка, зачем? Пусть твой топор никогда не затупится. Еще людей Сондрика. Все умерли.
Я слышал, многие уцелели. Вот ты прямо говоришь. Что ты хочешь знать? Ты был там, когда напал великан? Ну, был. Я должен был ярла охранять, но я подвел. Не верил я в то, что жрицы говорили, что кара нас настигнет. Что мы вроде как железо у земли отбираем, куем на мече, а потом люди ими друг друга режут. Что Фрейя нас накажет. Только, может, и правду говорили. Расскажи мне о смерти ярла Ундвига. Ярл Харальд собачья морда. Вся его дружина пала в ту ночь. Вильмар, Вильфред и Вильхельм. Когда я туда прибежал, все уже было кончено. Только Вильмара увидел, как великан его кинул по скалу. Он прямо рядом со мной упал. Все кости поломаны. Трясло его, как лосося на песке. Харальд тогда уже был мертв? Где-то. Дрался, как медведь. Рубил, уклонялся, кричал. Только не спасло его. Ты-то как выжил? Сперва я услышал, как гигант ворчит на этих своих летучих сирен. Он ими командует. Можешь себе представить? Человеку со страху всякое видится. Я знаю, что я видел. Я рванулся ярлу помогать. Но и в меня одна вцепилась. Хотела, должно быть, в гнездо утащить. Я вырвался. Только как грохнулся о землю с высоты. Не смог потом встать. Последнее, что я видел, как туча сирен окружала ярла. Он кричал еще, а потом вдруг замолк. Те, что выводили женщин и детей к лодкам, забрали меня. Я без сознания. Так меня и вывезли на Артскель. Мне пора. Бывай. Ищу людей с Ундвика. Ивар с острова. А я когда-то плавал туда-сюда без перерыва. Береговую линию с закрытыми глазами нарисую. А все там хорошо. Только вот эти гребаные сирены... Меня спроси. Меня или Акселя Антурдерона? Вон он сидит. Что люди с Артскеллига могут знать про Ундвика? Когда Хьялмар собирал команду, и другое говорил. Да, любовь твоя к роду Анкрайт уже угасла. Ивар сам оттуда, а ты знаешь эти воды. Вы-то почему не поплыли с Хьялмаром? Потому что для такого похода нужен настоящий вождь. И молокосос, который только и думает мне подставить голову, чтобы набить шишку. Я когда-то... Да тебе бы только гузно просиживать и нос воротить. Княжна ты зериканская. Подвернулся отважный ярл на дыньки. Если бы морские твари не попортили мне ног, я бы и сам поплыл с Хьялмаром. А вместо того делю стол с таким вот брюзгой. Ты-то за каждым бы увязался, кто не позови. Хоть бы и за краховой дочкой. Эти сирены, о которых ты говорил, много их на Ундвике? Ужасно много. Больше, чем на других островах. Конечно. Как-то во время лова они напали на меня и на Ларса. Прежде чем я успел их отогнать, его утащили в воду, а меня так отделали, что... И как вы отгоняете сирен? Сразу видно, ты не с островов. Рогом Хорнвала. Стоит затрубить, удирает аж волна идет. Мне надо на Ундвик. Еще один любитель приключений. Но слушай внимательно, если не хочешь пойти на дно. Как выйдешь из гавани,
Иди на юго-запад. Следи за скалами, они торчат прямо из-под воды, так что придется покрутиться. Часть из них едва притоплена. Смотри, не напарись. Если пробьешь дно, пиши пропало. Пара минут в ледяной воде, и ты труп. Я когда-то... Не отвлекайся. Ладно, ладно. Течением тоже следи. То снесет с курса и выбросит на скалу. Если повезет, ты встанешь ровно там же, где должен был высадиться Хьялмар. Приятно с вами поговорить, но мне пора. Будьте здоровы. Попутного ветра! Ты мне эти тряпки вместе пошивал. Хороший материал, только нильфгаардское солнце? Это еще что? Знамена имперские мы на большой земле добыли. Я ими пол в главной комнате застелю. Прочь с глаз моих. Привет. Море с утра спокойное. Будто боги почтили смерть великого конунга. Ты портной? Портной. Надо думать, единственный на островах. С удовольствием взгляну на твои товары. И правильно. У меня чего попало, не увидишь. Если ты так ловко работаешь ножницами, может, ты меня подстрижешь? Я такими вещами не занимаюсь. Но путешественнику отказывать не полагается. Бывай. Ведьмак?
лепесток, ромашка. Ромашка, зачем? Будешь тут пекома убивать? А? И поможешь человеку в беде. А зал его раскосы. Похоже, зериканец. Простите великодушно, но я оказался в трудной ситуации. Я бродячий фокусник из оккупированной Тимерии и... Из Тимерии? Ты уверен? Не из Новиграда? Почему? Почему из Новиграда? Я родом из Марибора и... И ты не годишься для этой работы. У тебя слишком короткая память. Мы ведь уже встречались, только тогда ты был почтенным новиградским купцом, который отчаянно жаждал вернуться домой. Ах, уверяю вас, что... Ну ладно, поймал ты меня. Знаю, что это странно звучит, но, клянусь, я отдам тебе все сторицей, только не выдавай меня ярлу. Если я тебя выдам, то точно не увижу своих денег. Но если ты снова попытаешься меня обмануть, я найду тебя. Нет, в этот раз я не вру. Ведь ты же в любую минуту можешь на меня донести. В таком случае, до встречи. Ты чужак. Думай, куда идешь. Воздух на большой земле, видать, людям не на пользу. Приветствую. Что хочешь купить? Покажи мне свои товары.
на поле. Ашка-то и улетела. Так вот они за ним. Подойди следили. Ближе, незнакомец. Надо тебе подольше на островах побыть. Хоть сил не берешься. Пощады прошу! Ну-ну. Приезжают тут всякие с большой земли, а нам потом их трупы из корчмы выносить.
будешь тут Кикомора убивать? Если услышите внизу что-то похожее на рёв оленя, только громче, сразу дашь меч подержать? Эй! А почему, дедушка? Потому что там чудовище живет. Такое, что детей не жуя глота. Вы плохо выглядите. Зайдите-ка в корчму, я его тогда хоть мёду выпить. Разрублю. Вот так. Потом по башке вот так. В чем дело? Я вижу, ты человек в боях и походах искушенный. А мне помощь нужна. Видишь, какое дело. Я о сыне беспокоюсь. Ушел он из дома и вторую неделю не возвращается. Ты не посмотришь, что с ним. Где мне искать твоего сына? На развалинах крепости, к востоку отсюда. Он пошел туда с какими-то бродягами с Фарер. Он в таверне с ними познакомился. Задурили ему голову разными историями про какие-то тамошние сокровища. Говорил я сыну, на Фарерах одни лжецы. Не водись ты с ними. Ну так ему же лучше знать. Как его узнать? То, что он не слушает отца, свойственно почти всем молодым людям. Зовут его Ольве. Веселый, шепелявит чуть-чуть. С виду-то он неприметный. А еще, когда он уходил, была на нем желтая рубаха. Красивая. У нас в деревне ни у кого такой нет. Он ее от меня получил год назад, на день рождения. Этого, наверное, хватит. Я поищу, но ничего не обещаю. Привет. Привет. Позволишь взглянуть на твои травы? Увидимся. Удачи тебе. А помнишь, как в том году Йовы сорвался вместе с конем со скалы? Да, да. Парень совсем молодым, но красивый. Ты останешься здесь подольше? А помнишь, как в том году Йовы сорвался вместе с конем со скалы? Да, да. Парень совсем молодым, но красивый. А, это ты. Первый чужак, который хочет участвовать в скачках смельчаков. Ты же поедешь? Если что, место-то найдется. Поеду, поеду. Может, даже выиграю. Если ты не только болтать умеешь, но и с седла не валишься, кто знает. Люди, раскройте уши! Скачка сейчас начнется!
Во славу Великой Матери поедут Быстрый Освальд, Свен Нелюдим и Геральт из Ривии. Беритесь за поводья! Готовьте! Шевелись, парни! Никто не обгонит Быстрого Освальда! Держись от меня подальше, приблуда! Никто не обгонит Быстрого Освальда! Держись от меня подальше, приблуда! Все как ты и говорил. Ты выиграл. И слава твоя, и награда. Сейчас усну. Вперед, плотва! И что стало с этими парнишками с Фарер, которые пошли в руины сокровищницы? Ну, вчера мы там делали. Оставлю, если Тьялве умрет. Кто род продолжит? Могу я тебя оторвать от молитв? Можешь. Они все равно ничего не дают. Говорят, на тебя наложено проклятие. Ну да. Гляди. Видишь лошадиную голову на жерди? Это... Нитинг — разновидность проклятия. Я уже видел такие. Они приносят несчастье, иногда даже смерть. Да. На нем вырезано имя моего первенца — Тьялве. У него лихорадка, он слабеет день ото дня. Боюсь, прежде чем сойдет луна, мне придется его хоронить. Я сам пытался снять проклятие. Все напрасно. Я могу тебе помочь двумя способами. Во-первых, я могу уговорить того, кто поставил Нитинг, чтобы он сам снял чары. А могу отразить проклятие обратно, написав имя проклявшего на жерди. Так или иначе, надо знать, кто за этим стоит. Но я никому не навредил. Я не знаю никого, кто мог бы желать мне зла. Значит, придется поискать. Могущественное проклятие. На древке вырезано имя Тьялве, сын Лотара. След свежий. Здесь стоит осмотреться.
Женская шаль. Характерный узор. И характерный запах. Распогодилось. Слишком много запахов. Дальше нос меня не поведет. Надо расспросить об этой шале. Только громче. Сразу бегите домой. На что ты уставился? А почему, дедушка? Здравствуй. Чудовище живет. Путник? Такое, а кто же? Привет. Привет. Увидимся. Удачи тебе. О-о-о. Знаю я таких, как ты. Эй! Привет. Сучьи дети, Нильфгардцы. На что ты уставился? Как себя чувствуете? Ты призрак из Мёрхаба? Драккар купить надумал. Пусть ищи приключений где-нибудь еще. Меч подержать. Занятая. Деревяшку страдал. Так вот, пришли, как раз дудочку заканчивал. Оставь меня в покое. Ну, это вчера мы наделали дело. Вы лучше себя чувствуете? Да. Чего ты хочешь? Может, знаешь, кто носит такую шаль? Конечно. Йона, наша травница. Она вон там живет, в той хате. Вот она обрадуется, что ты ей принес пропажу. Ну да, очень обрадуется. Он издалека. Бродяга! Я нашел твою шаль у дома Лотера. И нитинг, который ты там поставила. Откуда ты знаешь? У меня были только подозрения, которые ты подтвердила. Ты знаешь, что Тьялви одной ногой в могиле? И хорошо. Этот ублюдок вообще не должен был родиться. Это я должна была выйти за Лотера. Я. А он бросил меня ради этой неряхи. Пусть теперь получит свое. Он и его хренова семейка. Ты убьешь ребенка из ревности? Это правда? Тут не в ревности дело, а в гордости. 10 лет мы жили вместе. 10 лет! Я ему готовила, портки стирала, ложи с ним делила. А он бросил меня вот так. Без единого слова. Вся деревня смеялась. Ну и глупая же эта Йона. И ведь сдалась. Вот уж нет. Не сдалась. И не забыла. Я хочу, чтобы ты сняла это проклятие. Я это сделаю. Но только если Лотер отречется от сына и вернется ко мне. Я передам ему твое предложение. Но, кажется, уже знаю, каким будет ответ. Ого. Как? Ты знаешь, кто поставил нитинг? Твоя старая знакомая, Йона. Ай, я должен был догадаться! Завистливая сука! Чужое счастье ей глаза колет! И что? Снимет она проклятие? Только если ты отречешься от семьи и вернешься к ней. Нет. Никогда! Я бы опозорил и жену, и сына! Обрек бы их на нищету! Ты должен отвести проклятие! Пусть она умрет.
Может, ты и заслужил наказание, но не такое. Я сделаю это. Слава богам! Не вмешивай в это богов, это дело только вас двоих. Про ледяного великана правду говорили? Е-О-Н-А. Лишь бы это была легкая смерть. Выходит, про ледяного великана правду говорили? Этими парнишками с Фарер, которые пошли в руины сокровища искать. Боги не знаю. Только кажется мне, что мы их больше не увидим. Дня. Постирать? Гляжу, а вода красная от крови. Может, кто рыбу потрошил? Может. Помолимся Фрей, чтобы так и было. Пусть твой топор никогда не затупится. Как? Получилось? Получилось. Твой сын скоро должен прийти в себя. А Йона умереть. Спасибо тебе. 100 раз спасибо. У меня дороже сына ничего нет на свете. Я бы не вынес его смерти. Вот твоя награда. Поешь с нами перед дорогой. Нет, что-то мне не хочется. Для друзей у нас есть сердце, а для врагов топор. Это за ним, должно быть, Ярл посылал.